Отдали, пердолить надо! Вот и все. Здравствуйте, друзья! Фоном работает бензопила, а значит, мы приехали на лайт. Сегодня порядка 15 машин. УАЗы, Нивы, Джимники, даже Соболь есть. Организаторы обещали легкую трассу, но тут уже строят переезд. Паша на Патриоте прорывается. У него, по-моему, 33-й, да, Симакса? Едет Василий на своем микробе. Стоковая тачка, МТ-шка только стоит. Сток рулит. Паша ехал, тут страдал немного. А ты ж его дергать сегодня обещал. Зачем? Ну ты ж хочешь все два микроба. 35-е колеса и задняя блокировка включена. Переднюю стараюсь не включать. А у тебя штатная передняя есть? Да. Серьезно? Да. Японцы. Это наш джип сегодняшний. Боевая 80-ка на 35-х семенах. Два месяца автомобиль стоял и запустился с полоборота, да? Да, это точно. Прям как джип. Подушка безопасности стоит для пассажира. Да, тройная. Какого года машина? 96-го года. Ну ты на ней ездишь, вообще не паришься, да? Недавно свечи накала поменял. Ну это не серьезно. Заводится вообще с полоборота. Патриот здесь что-то не взял. А ты что, здесь не проехал? Да ты порогами, наверное, между деревьев я цепляешься. Порогами, да, я... Штиль! Ну а что, нормальная пила? Вообще огонь. 4-литровый мотор, да? Да. Мотор уже погибает. То есть обрезали капот, он выше родной, да? Да, ну то есть он получается носок должен был длиннее быть. А как поди, они крыло, получается, подняли? Подняли крыло. И снизу добавили, получается. Прикольно. 35-е колесо. Высокие. Круто, круто. А мосты у тебя там как-то менял что-нибудь? Нет, там 488 стоит пары. А мосты зад, как обычно, 35-е, да, на передней 30-ка. А блокировки есть? Нету. А полуоси родные? Ну да, родной оси стоит. И что, ездишь? Ничего, нормально? Нормально, да. Пускали колеса, Антон? А он, по-моему, их и не накачивал. О, это наша школа, отлично. Вот 5,2 мотор, слышишь, какой звук? Че, Вася тормозит колонну, да? Это дорожка. Василий. Не только с Вазиком тормозить. Давай тебя за Тойоту прицепим и пилить ничего не будем, да? И поехали. Слушай, это пила для джимника похоже, да? Вы что, тут картошку копаете? Да. Что так долго-то, ё-моё? Мост стоит, бобры. Сюда нырять? Ну а чё, глянь, я б на ижеб уже нырнул. Извините, пожалуйста. Жалко-то не на еже. Я бы за тобой поехал, Костя, я тебе отвечаю. Давай сюда. Вы затейники, да, Павел? Я, да, затейник еще какой. А может быть, снизу действительно может что принести? Может быть, третье бревно? Третье бревно слезать и все. Это вам не с джип кастомом кататься. Оленю всех послал на Первомай. Надежно, Кир, тебя выдерживает. В лесу нашли 8 трупов и один УАЗик, да? Я тоже думаю, лучше сюда. Выше падайте. А здесь вот дерево держит, все нормально. Я думаю, тебя надо первого на мост пускать, ты самый легкий. И не жалко меня, да, Сова, я так понимаю? Ну, можешь на Рэме поехать прокатиться, потому что, да нет, лес да, там... Да, на Рэме все... Мост построен, укреплен, три бревна между собой, еще к мостику, все ждут. Нормально. Паш, вылезь сюда. Направо, направо. Как у меня.
Я не понял, а что экшена не будет? Ровно, ровно держись. Давай выворачивай, выворачивай. А Вася сейчас какую-нибудь щель как провалит. Вон, заезжай, заезжай. Левей, Все нормально, Давай, отлично, выходи. Да есть. О, по краешку пошел. Какие-то 33-е у него, наверное, колеса, да? Вот это, конечно, круто. Ой, отсюда уже надо на лебедке. Не. Раньше надо было на лебедке. Не буксуй. Ага. Раньше надо было, да. Ну, неплохо, что. Слушай, я впечатлен вообще. У него такая геометрия классная, оказывается, у джимника, да? Ну, да. По сути, колесами. Ну, на самом деле, я вот только недавно научился ездить, ну, попробовал без передачи ехать, потому что когда включаешь, его куда-то болтать начинает. А вот эти вот куролесы, короче, они без этого, без... Они куролесы. На нейтралочке себя вытаскивают, там вот из колеи прям такой чпок себя вытащили. У тебя здесь и жесткая, и межосевая, и этот, да? Межосевая и задняя. И задняя? Да. А что это за триподор у тебя такой интересный? Это не триподор, это Атани Кинг Кобра, но это, короче, клон триподора. Все нормальный автомобиль купил, как раз под лес. Под лес, да. Там куда вниз, да? А ты что-то усиливал в мостах или ничего так? Ничего не усиливал, все завод. Не толстый, да? Америка! Давай, давай. Потом еще и раскорячка. Боже мой. Сейчас все накатаю, будет каток. А, нормально. Ох! Пень, да, воткнулся? А что вы там отпилили ему? А давайте сзади толкать. Кого? Вот этого. Интересные у вас конкурсы через березу. А, да, стой, синхронно надо. Задача какая? Ниву порвать или Соренто достать? Буксуй! Стой, не ерзай, стой! Вообще ничего не делай. Там звучит сейчас. Коля, назад! Дайте на жопу. Нихера вы богатыри. Давай вперед! Какой вперед? У меня машина! Стой! Стой! Вода, она легкая! А то резины не будет! Все починили, как не говорить ему ничего! Не заметьте! Вперед, давай! Все, давай! Он так, по-моему, держится отлично, нет? Ух ты! Кошмар! Представление начинает! Кого сломали? Пошли!
Оп. А как он сюда заскакивать-то будет? Да как? С криком. Ты выйди сам посмотри, чтобы никого не слушать. Не советую. Вот мне сказали. Нормально. Вот что сразу идет, да? На успеем. Газу, газу, газу. Все. А, понятно, да, все, приехал. Все, зацепили за Pathfinder там. Летающие кенгурятники газелевские видел? Я знаю, что такое, да. Надо отходить, потому что это ненадежно послушать. Ну что-то двигается. Огонь! Огонь! Блин, да что ж такое-то? Ничего, там горочка, может повезет. Он просто не едет. Эта горка будет даваться сегодня долго. Заминаешь уже, да? Гребет одним колесом. С ума сойти. Это вообще возможно? Слушайте, давай там спереди ж есть тачка ж с лебедкой. Или переднеприводный СОБ. Через блок тянут жимником. Пердонить надо! Испортил воздух! Фу, что он такой вонючий-то? Давай сюда, хайжек! Пошел, газу, горку! Газу, 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 вверх, газу! Газуй, газуй! Газу, газу! Газуй! Газу! Газуй, сейчас станешь! Подожди, хайжек! Есть! Занизил и поехал. Блин, отечественный кроссовер. Уже темнеет потихонечку. Газель затащили лебедкой. Очередь Ниссана. С первого раза не зашел. Выбрались из леса. Уже дорога. Давай. Че, Патрик заскочит, думаешь? С ума сойти, ты видел? Вот и все. Давай, давай, дорогой, ходом, ходом. Все, стоп. Похеру за что цеплять, цепляй так. Белого еле вытащили отсюда. Давай, 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 давай. Не-не-не, давай, ехай, ехай, ехай. Все, стой. Саша поставил новые колеса. Интересно просто, как далеко мы заедем. Часть уже отсеялась, там заехали в какой-то овраг. Василий тут вот подзастрял. О, смотри, джимник засел на 33-м. Состав у нас остался Патриот, Крузак, один джимник, Рэнг, еще один джимник, Гранд Чероки и Шевик. Зубами за руль не забудь схватиться. Справа бревно. Какой-то брод. Тиджик без блокировок.
Хозяин микроба, что вы хотите сказать? Потом надо набрать побольше. Ой. Сузуки Джимни стоковый на МТшке. Тебе правее надо. Сейчас номер оторвется. О! У тебя колесики совсем маленькие, это какие? 29-е? 28,5, может 28, так примерно. Смотри, все проезжают, всем ниже ступится, а тебе прям почти по колесу. Я все выкопал здесь. У тебя сейчас номера вообще не видно. Ну хорошо. Кто цеплять будет? По закону жанра в этот момент должна у Саши лебедка сломаться. И он заглохнуть. Саш, давай быстрее, холодно. А у него нету лебед. А ты такой сидишь в воде, а все эти, знаешь, эти вот минуты, они бесценны для водителя. Ну что ж вы? Смотри, уже по фары реально. Вася, я не могу нащупать его. Под фарой. Там еще туманки. И сам лезь. Пипец. Давай. Намыло спасателя. За радиатор зацепит куда-нибудь там. Все нормально, дергаем. Зацепил? Я зацепил, но я не знаю как, она до конца не зашла. Стой, 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 стой! Рычаг оторвали. Да расслабься ты, ё-моё. Как это так получилось? Чего? Здесь раскопали яму. Когда-нибудь мы доедем до Гремячего. У меня уже потихонечку брушхватеры мои отваливаются. Отваливаются. Я привинчиваю добросовестно обратно на винтики. Не-не-не, стоп! Вась, выключи верхнюю балку, она... Он не может. У него там это, подсоединено на клеммы от аккумулятора, просто временная схема, короче. Чтоб все сгорело нахер сразу. Не Васик, Артур. Когда мне пердоль? Отлично. Опа. На кантону машину, блядь, он тоже очковал. Давайте тянуть жребий, короче. А что сразу? Просто в рацию орали, едь туда задним приводе, еду на заднем приводе. Паша говорит, заворачивай в лес. Завернули в лес. А там глубоко, да? Да не особо. Ну так, по фары, да? Ну не по фары. По верхней. Не по фары, наверное. Лучше не надо. Жалко с нами, газелька не поехала, да? Они вовремя смотались. Кость, вылез пройдет здесь? Если не сломается. Если да, доедет. Вся колонна разбежалась, что-то стало. А это одна машина с лебедкой осталась, да? Нет, я еще. Так у тебя троса нету. Ты что, в багажнике лежит? Сейчас будешь наматывать, да? Ну, если он проедет, да. Такой джимник сейчас проезжает, все такие, сука. Первый будет джимник. Да откуда я знаю, куда ехать? Трос уже перекинули. Прямо ехай, вот так. Остановись, стой, 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 стой. Погружение. Вась, нормально, даже до фар не достает, Вась, все нормально. Глубже. Ты же бампер снимешь. Да? Ты убираешь. Выберись. Хорош, стой. Давай подрубим, у кого есть топор или чего там? Отойдите, я топор вам кину. Да. О, давай, давай, я записываю, давай. Да, вот так вот два бревна сунули. Артур, где твои волосы? Когда пошел, они это. Всосались, стянули, знаешь как. Катапультировали. Что-то лебедь не мотает. По-хорошему ее надо подальше перецепить, чтобы она на этом, на короткий гремячий ключ, херня, говорит. Стой! Стоп! На себя. Даже до фар не достает. Ну, Вась, ну что ты так паникуешь-то? У меня заднее стекло под водой будет. Отъезжай назад. Назад, да? Назад. Давай, давай. Оп, отлично. Мне не нравится, что меня стаскивает туда. Нет, правильно, тебя стаскивает куда надо. Наклоняет опасно, а? Да, ребят, демократ. Чё ты сыкат? Стой, стой, стой. А чё она не едет-то, лебёдка? А мне вот интересно, когда настанет момент, когда поймем, что ну его нахер, затея не очень. Джимник не едет.
А как остальных затаскивать? У нас еще стоковый джимник есть. Сняли, да, ты поедешь? Ну а что, я самый слабый, что ли? Вопрос теперь, как моя поездка помогла остальным? Я вот тоже это думаю. Нет, просто остальные все поняли. А может мы тебе просто намотаем на лебедку, не? Ну он морду закинет, тут и намотаем. Хорошо. Мотай, лебед! Лебедь! Не-не-не, Артур! Назад и сюда! Вовремя бы сказали, мать! Мотай! 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 Руку куда смотришь? Прямо! Тебе надо влево смещаться, ты прям в берег упираешься. Давай лебедкой. Ну что, кто следующий? Я, что ли? Паш, ну я не знаю, чем тебя вытаскивать. Если не я, или вы ползались на своей лебедке. Понимаешь? Я-то выше, у меня колеса-то выше. Следующий патриот. Привязали его за две лебедки джимника и от Нивы. У тебя в двери вода была, мы вылили, все нормально. Огонь! Так, очередь Тиджика, 35-е колеса, отсутствие блокировок. Горка оторвется, трос, стой! И что ты ему сейчас это бревно в капот воткнешь? Не воткнешь. Просто хватай колеса. Колесами крути. Да не, мелко, не так страшно. Не, не так страшно. Тебя даже до багажника, по-моему, не достает. Не, достает. Меня через бревно надо ползти. Я так думаю. Рюкзака тоже тащат двумя лебедками, потому что его сломалось. На том берегу остается помимо рюкзака еще джимник и Шевроле Нива. Саша, лево, лево, лево колеса, лево! Она создана для этого брода. Она прям идеально, ну, в него вкатала. Опа! Че, оба что ли порвались? Сань, да что тут цеплять теперь тебя? Давай за мост! Да за какой мост? Вон, за лебедку зацепите. Нету больше у Тойоты крюка. Опа! Ой, как интересно, из багажничка еще. Тойота вещи делает, что, нормально. Только дырявые. Самослив. О, аквариум! Да не, все хорошо. Ну так, что теперь? Самое печальное! Ты его больше таким не увидишь. Он тоже такой будет чистый. Как ты оцениваешь свои шансы на погружение? Замечательно. Бревна надо оставить. Я по бревну буду залазить. Стоковый микроб. Хреново бревна лежат. Пойди сюда, народ. Держите меня. Бог держи, Паша! 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 Что? Держи меня, Бог, говорю, за реленьки держи. Паш, держи меня за реленьки, за ту сторону, говорю. За реленьки держи, блядь.
Как это микроб сделал вообще, а? Бампер у тебя и вправду крепкий. Чё? Сухо, ёбка! Как, зачет, да? Ёбка, нормально, топ, да. Едем на микробе. Толкаемся плечами, но едем. Да. Прикольная техника. Можно, короче, вот так рукой докоснуться вот до соседней двери. Сегодня в 10 старт был, уже 12 часов катаемся. Не у нас одних лайт постоянно из-под контроля выходят. Маленькая машинка прикольная, блин. Маршрут перестроен. Автоботы, погнали. Что, жестко? Прикол вообще, слушай, я в шоке, как он это делает. Меня бы назад. Перехвалили микроба, не? Я вообще в шоке, стандартная машина, просто отдели МТ-шку. Чуть-чуть рампы не хватило. А что, он крузак на 35-х нормально переехал. Микроба в космос запустим. Да, 5 квадриков тянули, баги и 4 квадрика. Было весело. Антон про тебя плохо говорит. Я говорю, неводы, чудные люди, этот тоже сейчас пройдет на ура. Опа. Тут просто проехал. Просто проехал, с таким невозмутимым видом, что стояли, кого ждали. Слушай, проблема. Волосы обратно не вылезли. Ты говорил, что этот согреешься, они вылезут. От стресса я фару разбил. Наша покатушка завершилась. Мы на дороге с твердым покрытием. Поэтому всем счастливо.